Всем здоровеньки, пузатики, с вами Бурундук, и сегодня у нас уже третья серия пузатых приключений. Кто не видел две предыдущие части, то вот они у вас на экране. Заходите, смотрите, ставьте лосики. И там ставьте лосики, и здесь ставьте лосики. Везде ставьте лосики. Лосики. И наконец-то, ребятки, у нас лето. Наконец-то наступило лето, это что значит? Это ничего не значит. Да шучу я, конечно, это просто здорово, ребятки. Побежим купаться, загорать и кайфовать. Ну а теперь, значит, а что? Знаете, какие у нас с вами задачи? Моя задача — это начать эту серию, а ваша задача — поставить правильно, что зубастенький лосик. Тек. Ну, я надеюсь, что со своей задачей вы, ребятки, справились, а я покушаю и, пожалуй, начну. Но прежде кое-что еще скажу. Ребятки, кто не знал, у нас есть собственный магазин одежды, да. Там есть майки, футболки, кофты, юбки, шапки и чехлы для телефонов. В общем, все, что захотите. И если, друзья, у вас будет желание что-нибудь приобрести, то ссылка на наш магазин в описании. Ну, все, ребятки, мы начинаем, и как вы могли заметить, я немножко подредактировал наш домик на дереве. Я чуть ли не полностью его листву застроил, ребят, и думаю, это выглядит куда лучше, чем было до этого. Из меня строитель, конечно, не ахти, но мне кажется, так все равно будет лучше. Вон ту часть дома я листвой не стал застраивать, потому что, ребятки, я хочу в ней кое-что изменить, а может быть вообще ее убрать, ну посмотрим. А пока что как-то так. Да. Что же, ребятки, будем делать в сегодняшней серии? В принципе, наверное, то же самое, что и делали в предыдущей. Он спалил меня. Он бежит ко мне. Ну тебе хана! Ой, где ты? Вон он, давай, давай, сразимся! Давай! Да, я тебя убил! Я тебя убил! Я тебя убил, 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 убил! Эй! За задницу! Меня уже за задницу тут цепляют вот эти зелененькие парнишки. Так, на чем я там остановился? Что мы будем делать сегодня, ребят? Мы поможем нашим двум деревушкам. Да вы что такое? Вы мне дадите сегодня начать, да? Все, с зомби я вроде разобрался и скажу еще раз. Мы поможем, ребятки, нашим двум деревушкам, нашим соседям. На пару этажей сделаем повыше нашу стеночку. Придумаем, где у нас будет вход. Ну и, конечно же, продолжим путешествие по нашему данжу. Я вон там маркер поставил как раз, чтобы туда долго не бегать. Я так долго приветствовался, что уже наступила ночь. Поэтому, ребятки, пора поспать. Но прежде чем я упаду в свою кроватку, я вам покажу, что я вообще тут сделал. Здесь я убрал вот тут заборчик. Пока что поставил вот так листву. Здесь я вообще хочу провести такой мостик вот этому дереву, чтобы можно было из дерева попасть сюда, а отсюда в дерево. Вот здесь, ребятки, я тоже заборчик убрал. Сделал так более красивенько, что ли. Ну а тут особо ничего не менял. Тут наш пузатенький зубастик сидит. Привет. Он тоже с вами поздоровался. Какой же он крутой, ребятки. Ну все, вроде бы вам все показал, теперь можно и прилечь. Все, друзья, я поспал, у нас утро, зубастик, пока, я пошел выполнять дела. Кстати, ребятки, забыл сказать, сегодня мы с вами сделаем курицу. Йоу. Но не обычную, ребятки, курицу, а курицу, на которой сможем гонять, то есть ездить. Представляете? Но это будет в конце серии. Как вы можете заметить, я тут камушка опять добывал, чтобы возвышать наши стены. Я, ребятки, без съемки бегал и смотрел, что нужно нашим соседям. Вон той деревне нужен вроде бы булыжник еще. Да, мы им тогда немало принесли, но им еще надо. А деревне, которая находится вон там, нужен дуб, ребятки. Ну давайте сначала побежим вот в эту, которая поближе. Приветик, поселенцы Майя. У вас тут, как обычно, карпузы маленькие такие бегают и двери нараспашку. Но я пришел дать вам булыжник. Булыжничек. Так, что, серьезно, не надо, что ли? Ну-ка. А нет, ребятки, им нужен булыжничек, все-таки посмотрите. Просто на табличке это не показывается. Ну тогда забирайте, мне не жалко, специально для вас добывал. Все, вроде бы сейчас они уже не нуждаются в булыжнике, поэтому мы побежим к другим соседям. Путь нам предстоит не маленький, по дороге можем встретить разных чурупах. Все, ребят, почти я прибежал, и давайте посмотрим, что у них тут происходит. Вот этот паренек вон огороды копает. Ребятки, у них есть морковка. А ты не против, если я одолжу? Мне вообще пофиг. Я чуть-чуть у вас морковки заберу для своего огорода, окей? Но я вам сюда засажу и сам одну скушаю. Спасибо, добрые вы люди. Мне вообще пофиг. Эх, да я уже понял. У них все еще стоят так и таблички. Так, что нужно им? Им нужен, ребятки, дуб, как я и ранее говорил. И где торговка? Ну, или ты сегодня за продавца? Конечно, я. Ну хорошо, тогда я тебе дуб отдам. Им не хватило маленько. Ну ничего страшного, у меня еще есть. Я что думаю, ребятки, надо, наверное, здесь маркер поставить, чтобы опять же так далеко не бегать. Это у нас вообще кто? Византийцы вроде бы. Хотя какие византийцы, будут пузанами.
Все, ребятки, здесь у нас будут пузаны жить. Ну вот, теперь можно спокойно попасть домой, взять немножко дерева, вернуться к пузанам и отдать его. И найти четырехлистник. Давайте сразу же его откроем. Это что такое? Я не хочу этим пользоваться, это вообще нечто. Даже не буду говорить, это вообще просто пипец. Это полная жесть. Ух ты, смотрите, смотрите, она домик строит. Клёвый домик-то будет. Ладно, давайте не будем ей мешать. Потом как-нибудь оценим. Так, привет, ребятишки, я к вам вернулся. Вам что там нужно было, дуб? Забирай. Можешь еще березу забрать тоже. И елочку. Сегодня мне ничего не жалко. Ну все, ребятки, деревням мы помогли. Уже темнеет, надо сходить поспать. Затем построить нашу стеночку. Ну а потом отправиться в данж. Зубастик, я иду к тебе. Привет, пузатенький, ты меня ждал? На стейк. Все, он покушал и выздоровел. Мне тоже надо покушать и лечь спать. Ну все, Зубастик, я погнал. Да, опять. Вчера вот пузанам нашим помог. Сегодня пойду стеночку строить. Ну все, бурундучатки, я беру каменные кирпичи и иду возвышать нашу стеночку. Че, как в прошлый раз? Если честно, это не самое веселое задание, но результат мне очень нравится. Ништяк. И, ребятки, да, это все тот же блок с первой серии. Я думаю, уже давно пора его забрать. Плюс один этаж есть. Еще один этаж сделал. Уже потемнело, пока я все тут это строил. Фух, друзья, все, вроде бы закончил. Скоро можно будет отсюда вон туда на дерево допрыгнуть. Но не сегодня. Смотрите, смотрите, ребятки, как круто. Тут надо будет сделать какие-нибудь окошечки и, главное, вход с трех сторон. То есть вон там, вот тут и вон там. Да. Давайте пока что примерно обозначим, где у нас будет вход. А делать его будем в следующих сериях. Я подумываю, ребятки, сделать вход где-нибудь вот тут, наверное. Вот здесь мы все подровняем, и будет круто. Да, наверное, здесь и сделаем. Ух ты. Так, давайте проверим свою удачу. Стеклянная панелька мне выпала. Ну, пригодится. Ребятки, это была не стеклянная панелька. Тут с текстурками что-то не то. Это, ребятки, потолочный светильник. И блин, как это круто. Он мне, ребятки, понадобится. Понадобится, чтобы воткнуть вон в то наше деревце. Для красоты. Наверное, плохая идея ночью делать вход и пускать всех монстров на свою территорию, да. Он угодил в ловушку. Вот и все, плавай там. Ну вот, ребятки, пока что я вот такой вход оставлю. В принципе, мне нравится. В следующих сериях его подровняем, сделаем его вообще крутым и здесь какой-нибудь заборчик поставим. В общем, будет у нас все круто. Пока что, ребятки, это только набросочки такие. Ну, в общем, ребят, что я предлагаю? Я предлагаю отправиться прямо сейчас в данж, ибо уже полсерии прошло, а данж мы так и не исследовали. Этому городу нужен новый герой. Этот герой идет ко мне. Ой, как это плохо все может закончиться. Ну, конечно же, для тебя плохо. Ты что тут забыл, а? А ну, кыш с моей территории. Это мой пузатый дом, и я буду защищать его всеми силами. Надо, кстати, будет придумать, где нам сделать огород. Питаться-то чем-то надо. Все, ребятки, отправляемся в данж. Да, мы здесь, и как вы помните, именно тут я закончил предыдущую серию. Пора продолжить наше путешествие. Ну чё, погнали, ребятки, будем бродить везде, где только можно. Я помню, здесь где-то был паучок, у которого вроде бы все хорошо, но куда-то он пропал. Спавнеры, ребятки, я сразу буду ломать, потому что они мне не нужны. Здесь нужно быть аккуратнее, ребятки, здесь вот эти вот кричащие ловушечки такие есть. Так, что у нас тут? Здесь у нас сундучок, ребятки. Картина! Прикольно, и хлебушек есть. Идем дальше. Здесь у нас спавнер! Спавнер, друзья! И зеленоползаем! Бой! И маленький опять этот маленький! Он вообще какой-то безбашенный тип. Этот вообще в броне! Пипец, как их там много! Еще один прет! Да откуда вас столько? Всем люлей! И заходим сюда, ставим факелок. Тут целых два спавнера, но я их все, ребятки, сломаю, потому что они мне не нужны. Так, что у нас в этом сундуке? Я найду хоть какие-нибудь нормальные шмотки. Идем дальше, ребятки. Здесь у нас что? Здесь у нас пока что ничего. Ух ты, ё-моё, какие тут всякие коридоры-то опасные. А вот тут я был, по-моему, не был. И опять тут офигенные вещи. Окей, идем дальше, ребятки. Офигеть, какой большой данж. Так, а тут у нас что? Снова офигенные вещи. Ну хотя бы стрелы, это, кстати, уже круто. Тут факела что-то вообще... Я на ловушку, что-то взрывается? Ядрит, мадрит. А ты чё, костлявый, припёрся? Офигеть, ребятки. Я наступил на какую-то ловушку, и тут всё взорвалось. Так, нужно быть аккуратней. Опять скелетон. Это чё, это портал? Ещё один скелетон, пипец вас. Вы чё, постреляться хотите? А ну-ка, давайте кому первому в лоб стрелу? Видимо, тебе. На! Отлично, ребятки, в бой! Ё-моё! Ё-моё, посмотрите, они
Ось друг друга мутузят, а вот этого я убью. Давай, давай, тащи его, ты сможешь, давай, я в тебя верю, молодец. И меня ты не надо. Я вот сам тебя сейчас загашу, загашу, ребятки, нужно ворваться. И спавнер сломать не топором, только кирочкой, они меня сейчас убьют. Пипец, пипец. Я сломал или не сломал, а ну-ка отойдите, отойдите, ё-моё, всё, сидеть там. Чё за жесть? Они там между собой, ребятки, мутузятся, посмотрите. Экшен, экшен, привет. Хочешь, я помогу? Все. А я спавнер сломал, ребятки, не знаю, надо проверить. Да, сломал, отлично, сейчас людей последнему дам. Так, здесь была ловушечка и сундучок. И опять крутые вещи. Но я, ребятки, в надежде, что мы что-то прикольное найдем. Так, вот здесь я паутинку сломал, чтоб нас опять зельями всякими не обкидывало. Колотить мою деревню, шприц у меня в голове. Это я так со скелетами воюю, ребятки. Кек, мне только что пришла офигенная идея. Мы с вами, ребят, поставим здесь маркер. И назовем его Пузатый Ад. Все, друзья, и здесь сделаем крутое место для перехода в ад. Да, крутое, вот это местечко обустроим прям по полной, и будет у нас вообще крутой портал в ад. Думаю, идея прикольная, плюс нам не нужно будет добывать дофига обсидиана, нам всего лишь две штучки надо будет вот сюда воткнуть и поджечь все это дело. Все, ребятки, у нас все больше и больше планов на следующие серии. Я так понимаю, здесь больше некуда двигаться, поэтому делаем так. Фигарим стену. Пойдем, ребятки, вот сюда. А вот и эти паучки. Вот они, ребятки. Сегодня мы со всеми повидались. И со скелетами, и с паучками. А можно я кому-нибудь в лобешник? Фигакс вот так вот. Ай, в бой залечу. Давай, как же их там много. Ладно, я со всеми сражусь. Со всеми надо факела куда-нибудь поставить, чтобы, может, они не спавнились. Давай, погнали. Пипец, как их много. Ну, всем люлей. Факелок сюда. Вот тут я еще не был, по-моему, или был. Там факел стоит, ну-ка ща проверим. Напрямую заходим. Не знаю, ребятки, был я тут или нет, но тут нефиг вообще делать. По-моему, друзья, я обошел все, что только можно. Да, и по второму кругу уже хожу. О, нажимная плита, значит здесь должен быть где-то динамит. Да, ребятки, я угадал. Заберем динамитик с собой, пригодится для крафта. В общем, ребят, я обошел этот данж вдоль и поперек. Вроде бы здесь больше ничего нету. Но вот из этого места мы с вами слепим что-нибудь эпичное. Здесь блоков разных много, можно будет накопать и реально сделать какой-то крутой портал в ад. Ну а сейчас мы возвращаемся с вами домой, потому что у нас еще здесь есть дела. Какие, спросите вы, ребятки? А я вам напомню. Нам с вами, друзья, нужно сделать ездовую курицу. Вот как она крафтится. Благо мы седло нашли в предыдущей серии, в том данже. Но курочку я без съемки добыл. Да, мне пришлось пожертвовать курочкой. Ради одной гигантской, мощной, офигенной курицы. Я думаю, это будет не зря. Так, седло я взял, и давайте скрафтим это чудо-животное. Chicken bike! Да, друзья! Фух, мне даже трудно представить, что у нас из этого получится. Вы готовы, ребятки? Я, если честно, не очень. Ну, давайте посмотрим. Ой, друзья, это что такое? Эй, ты куда? Я-то думал, я скрафчу какую-то чудо-курицу. А тут, оказывается, их можно даже несколько, что ли, спавнить. Ну и упоротая нам попалась. Давайте еще одну попробуем. Вон, ребятки, еще одна. Она вообще бесцветная какая-то. Окей, дубль 3. А это вообще, по-моему, из Чернобыля сбежала. Ой, что за жизнь? Что я вообще скрафтил? Ребятки, посмотрите на это чудо, которое я заспавнил. И неужто вот на этом маленьком таком карапузе можно кататься? Он ведь под моей пухлой зубастой задницей упадет. Ну давайте попробуем. Ой, ребят, это мало похоже на катание, и нас догоняет зомби. Давай, курочка моя, беги. Она летать даже немножко умеет, смотрите. Такое ощущение, что я не на курице гоняю, а как будто я сделал себе трусы из этой курицы. А ну-ка, зеленопузы, иди сюда, мы со своей курочкой с тобой разберемся. Да. Ладно, давайте маленькую оставим в покое, по-моему, она вообще устала меня носить. И возьмем вот эту радиоактивную. Опять у меня какие-то подгузники из курицы. Ребят, это полная жесть, вы посмотрите. Учитесь, ребятки, как нужно делать себе штаны в Майнкрафте. Ух, ребятки, это, конечно, все упорно и круто, но нам пора закончить сегодняшнюю серию. А вон фиолетовенькая топает. Она ко мне пришла серию заканчивать. Ну окей, я не против. Так.
Варандалок, я тут. Да я вижу. Ну ладно, ребятки, сегодня серия получилась офигенная, вообще мне понравилось. Мы данж весь обследовали, придумали, где у нас будет портал в ад. Стеночку немного повыше сделали и вход. Пока что, правда, один. Пишите, пожалуйста, в комментариях, что мне можно тут сделать. Где посадить огород, где еще какие-то домики сделать. В общем, пишите все свои идеи, я читаю комментарии, ребятки, обязательно что-нибудь для себя усвою. И вместе мы сделаем нечто эпичное из этого места. Да. Ну а так, ребятки, вроде бы все. Не забывайте ставить ваши зубастенькие лосики. Оставляйте свои крутые комментарии. Также подписывайтесь на наш основной лайв-канал. Everybody dance now. Тун-тун-тун-тун-тун. Йо-йо-йо, я крутая. Попка, я виляю. Ну ладно, ребятки, оставляйте всегда добрыми, няшными и милыми. А с вами был я, Бурундучок. Всем удачи и до новых встреч. Пока-пока-пока. Я упрылся.